Сегодня около 10 утра бодрый экскаватор водоканала вырыл ямку и повредил трубу нечаянно. Труба была с питьевой водой под давлением, которая немедленно заструилась и залила автостоянку, забитую автомашинами. Автостоянка на углу Белинского и Саввы Белых принадлежит ТО «Диафон». Машина залила по багажнике. Хозяева, спасая транспорт, продели в грязной воде, ибо жидкость по пути смыла глинистый грунт. Глубина воды, что называется, вам по пояс будет. Понятно, что пользы машины от залития водой никакой, а совсем наоборот, один вред. От воды блокировала сигнализацию машины, орали как оглашенные, естественно, садя аккумуляторы. И это еще не все. Лучше всего пришлось рыбакам и охотникам, тех, у кого были болотные сапоги подходящей высоты. Около 30 машин затопило, вытаскивали их на руках, сразу же принимались менять масло, в противном случае заклиненный мотор – это наименьший из напастей. У некоторых машин замыкало замки, открывали их с помощью подручных средств типа линейка. Вообще, подобных прецедентов ТАУ как-то даже не упомню, чтобы залило целую стоянку. Водоканал, впрочем, пригнал к месту аварии насос обезвоживать стоянку. Насос типа «Андижанец». И, по мнению ТАУ, залитая таким образом машина – это страховой случай. А виноват опять водоканал. Давно уже откачано. С утра, 14. А тут трубу прорвало. Работает вот там бригада, вот там работает бригада. Прорвало трубу диаметром 600 миллиметров. Оттуда вода вот бежала, туда, холодная вода. А тут здесь в трубе давление очень большое, поэтому получилось так, что пока закрывали подачу воды в трубу, утекло воды. Сейчас труба уже перекрыта.